Вроде вижу, что должен быть звук. Давайте минутку собираемся, жду обратную связь. Так, меня слышно или нет? Ау. Дайте обратную связь. Раз, два, три. Так, если никто ничего не пишет, два варианта: или не слышно, или не знаете, где написать. Просто в чате. В чате можно написать. Или кто-то может в микрофон сказать. Ну ладно, я буду начинать. Если поймете, что без звука все, в чат напишите. Я перезагружу. Ну, я другой микрофон поставлю. Хорошо. Сегодня будет следующий вариант Сурья Намаскар, приветствие Солнцу, ну, так называемая практика, динамическая практика, в которой мы можем и следить за своим дыханием, дыхание Уджайи, помним, да? Первый день мы произносили СО на вдохе, ХАМ на выдохе. Вот эту историю сегодня делаем. Со-хам. Сегодня будет следующая школа, которая явно, ну вот этот вариант. Есть различные сурья намаскар, которые, ну, плюс-минус похожи, одинаковые, там может и не различить какого-то особого различия, там что-то добавили, убавили. А вот Патабхи Джойс, Аштанга Виньяса Йога, там, ну, он явно будет видно, что это вот какая-то небольшая разница есть. Мы сегодня по Патабхи Джойс будем по Патабхи Джойсу делать. Это Аштанга Виньяса Йога школа. Там есть две серии А и Б, A and B. Вот. В каждой серии статика собаки головой вниз. Да? Собаки головой вниз, мы будем дышать 5 дыханий. 5 дыханий на выдохе делаем сразу усложнение. Ну, новенькие не делают, новенькие просто дышат. Кто уже занимается йогой, усложнение, вдох после выдоха. Или втягивание живота. Втягивание живота. Или Агнисара Дхаути. Сейчас я посмотрю, мне кто-то микрофон этот уберу. Потом разберусь с этим микрофоном. Так, сейчас должно быть как обычно. На прошлой неделе я компьютером, через компьютер выходил на связь, а на этой неделе через телефон. Все, встаем, начинаем стоя. Ножки ширина таза. И медитативную настройку стоя делаем. Обратили внимание на вес тела, почувствовали пятку, внешнюю часть стопы, мизинец, большой палец. Пошли вверх вниманием коленям. Колени чуть присогнуты, тазобедренные суставы. То есть покрутили, давайте подвигали тазом вперед-назад, выстроили положение, когда копчик чуть-чуть вниз направлен.
По позвоночнику пошли вверх, плечики раскрыли. Ага. Растянули чуть-чуть грудные мышцы, а потом все отпустили. Вот показатель. Смотрите, руки вот у нас, когда мы стоим, ладошки справа-слева. Видно? У кого вот здесь, посмотрите, еще раз сделайте. Раз. То есть, если ладошки спереди висят, то явное пережимание вот передней части и перетягивание. Ну, это у всех обычно офисных работников, ну, кто вот вынужден долго заниматься в неподвижной позе, ну, в такой, и образуется так называемая компьютерная шея. Вот, чтобы это все нам исправлять, осаночку макушечкой давайте упираемся в небо. Макушкой пошли в небо. И следующий вдох, как бы давайте его из бесконечности брать вдох через стопы по всему телу вверх туда. Это будет вдох. Выдох. Опускаемся через макушку из бесконечности по всему телу в бесконечность. Вот таких несколько дыханий. Через все тело прогоняем энергию Земли, энергию космоса. Вверх, вниз. Вдох и стоп. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Вверх, 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 вверх. И как будто бы за макушку. Здрасте. Меня. Что-то случилось, и меня выкинуло. Раз, два. Что-то случилось, и меня выкинуло из... Вот сейчас должно быть нормально. Теперь добавляем ладошки, плечи, раскрываем дыхание Уджайи. На вдохе растягиваем переднюю часть. Вдох. Выдох. Заднюю. Скругляем спинку. Вдох. Раскрылись. Выдох. Вдох. Раскрываемся. Выдох. Закрываемся. Вдох. Выдох. Вдох, ручки в стороны, раскрыли ладошки в небо, выдох, закручиваем ладошки, ага, вдох, выдох, пробуждаем тело, вдох, наблюдаем за ощущениями, выдох, вдох, и пальчиками растягиваемся в стороны, ага, выдох, как будто хотим достать бесконечность пальцами. Вдох. Выдох. Теперь правую раскрываем, левую закрываем. Вдох. Как полотенце скручиваем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем, выдох. Начинаем шейный отдел активировать вместе со всем позвоночником. Кошка, как будто бы кошка лижет шерстку свою. Давайте так. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, волна по позвоночнику. Шесть, семь. Киваем теперь. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Хорошо. Левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В другую сторону. Киваем. Раз, два, три, четыре,
пять, шесть, семь. Правое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Киваем право. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. Правое ухо вверх, вдох. И весь бок потянули. Выдох. Левое ухо вверх, вдох. Весь бок потянули. Выдох. 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 Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Посмотрели через левое плечо и завернулись, посмотрели на пятку правой ноги. Выдох. Через правое вдох. Посмотрели на пятку левой ноги. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И теперь задаем из таза движение. Голова также поворачивается. Хорошо. Остановились. Пальчики перед собой. Сжимаем, разжимаем. Жали, разжали, жали, разжали, жали, разжали. Полностью, полностью. Теперь пальцы раскрыли. Вверх, вниз, вверх. Вниз. Хорошо. По кругу в одну сторону, в другую сторону, в обе стороны, в другую сторону. Теперь пальчики такими когтями сделали. Вверх-вниз, как когти. Сжимаем. Покрутили. В одну сторону, в другую сторону, в обе стороны одновременно. В другую сторону одновременно. Стряхнули. Стряхнули, стряхнули, стряхнули. И вот так вот ручки сделали. Ровно локти в стороны. Покрутили в одну, в другую сторону. Почувствовали плечи. Стряхнули. И теперь круговые движения. Раз. Вдох, выдох. Два. Три, четыре, другую сторону нас, два, три, четыре, хорошо, руки, чуть ноги чуть пошире, руки на таз, начинаем круговые движения тазом, плечами и голова тоже у нас по кругу двигается. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. О, хорошо. Правую ножку покрутили. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Возгибали. Сгибали, повращали ступней в одну сторону, в другую сторону. Носочек на себя, от себя. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Тряхнули. Вторая ножка. Покрутили. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Разгибали ножкой, покрутили ступней в одну сторону, в другую сторону, носочек на себя, от себя, покрутили в одну, в другую.
Все стряхнули. И пружиним коленями, стряхиваем делаем вдох и выдох, все напряжение как скандываем по телу, вот так в стопы стекаем как бы весом тела, вдох и еще выдох, все стекает в стопы. Хорошо. Носочки вместе. И начинаем перекаты. Пятки, носки. С пятками носки. Разъехались в стороны. Внешние, внутренние. Внешние, внутренние. Пальчики приподняли, сжали. Приподняли, сжали, приподняли. Как будто хотим скатать коврик. Вот у меня коврик, видите, пошел скатываться. Приподняли, сжали. И таким движением пробуем пройти. То есть поджимаем пальцами пятки. Видно? Поджимаем пальцами пятки. И проносим пятки вперед. Получается такой мягкий удар пяточками в пол. Так, сегодня уходить не буду. Подворачиваемся. И так можно походить по коврику. То есть, ну, весь коврик пройти. Хорошо. Дошли до начала коврика. Ножки вместе, настраиваемся на комплекс. Руки через стороны, дыхание уджайи, звук со. Потянулись на носочках. Выдох хам. Со хам. Дыхание уджайи, вдох. Выдох. Вдох. Синхронизируем движение и дыхание. Выдох. Активируем дыхательный центр. Руки вперед, вверх. Мягкий прогиб. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И теперь раскрываем стороны. Вдох. Выдох. Просыпается тело. Вдох. Раскрываем. Видите, такой мягкий прогиб в грудном отделе. Грудной отдел. Выдох. И еще. Раскрываем ладошки вверх и как бы назад. Выдох, ладошки перед грудью. Давайте еще раз осознаем позу сейчас. Позы будут меняться. То есть каждый раз внимание на то, как следующее положение тела в пространстве или вот этот переход влияет на ощущение, на наше отношение, как бы вот, ну, там все всегда меняется. Давайте понаблюдаем. Медитация в движении будет. С дыханием уджая. Ну, продолжающие фиксируют максимальное количество моментов. Дыхание, внимание, ощущения в теле, эмоции, чувства. Помним про втягивание живота на выдохе. Можно его делать в наклоне и в собаке головой вниз. Поехали, ручки через стороны вверх. Вдох. Посмотрели на пальцы. Выдох, наклон. Пальчики в пол, ножки призгибаем. Посмотрели вперед, вдох.
Так, шагнули назад, ладошки спереди, ножки сзади, руки согнуты. Чатуранга Дандасана. Отсюда пальчики вытянули на ногах. Собака головой вверх. Плечи назад. Выдох. Собака головой вниз. И здесь мы дышим 5 дыханий с втягиванием живота. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Голова висит. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Посмотрели вперед. Подшагнули двумя ногами. Смотрим вперед. Вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны, через согнутые ноги. Вверх, вдох. Выдох. Второй раз, вдох. Выдох. Посмотрели вперед, вдох. Нижняя планка, выдох. Собака головой вверх. Потянулись вперед и вверх. Ягодицы плотные. Поясницу бережем, плечи назад. Смотрим перед собой. Выдох. 5 дыханий, вдох. Удьяна банха после выдоха. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Видно? Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Посмотрели вперед. Вдох. Смотрим вперед. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Через стороны вниз. Выдох. Второй круг сделали. Сейчас третий круг. Попробуйте Агнисара Дхаути. В собаке головой вниз. Это для продолжающих. Вдох. Выдох. Наклон. Посмотрели вперед. Вдох. Выдох. Планка. Собака головой вверх. Собака головой вниз. 5 дыханий, вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Тянули. На вдохе на носочках встали. Вдох. И скручивающее положение. Руки прямые, таз справа. Выдох. Скрутились мягенько. Таз вверх. Вдох. Таз слева. Выдох. Таз вверх. Вдох. Пятки вниз. Выдох. Посмотрели вперед, шагнули двумя ногами. Вдох, смотрим. Смотрим назад, выдох. Руки через стороны вверх, вдох. Через
стороны, вниз, выдох. Есть, это эй, а, сурья намаскар, а, теперь сурья намаскар, намаскар, би. Призгибаем коленочки, руки вверх, садимся на стульчик, вдох. Выпрямляем ножки, выдох, наклон. Посмотрели вперед, вдох. Отшагнули, но кто продолжающий, можно отпрыгивать. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз, выдох. Смотрим вперед, шаг вперед. Пятка задняя в пол, вдох вот такой. Вирабхадрасана. Выдох в нижнюю планку. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз, выдох. Правая пятка в пол, левая вперед, вдох. Выдох, ушли вниз. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз, выдох. Пять дыханий, вдох. Выдох. Втягиваем живот только если это комфортно. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Помним уджайи. Со. Хам. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Посмотрели вперед. Шагнули вдох. Смотрим вперед. Согнули ноги. Руки вверх. Вдох. Выдох. Извиняюсь. Выдох. Наклон. Согнули ножки. Вдох. Ручки вверх. И выдох. Исходное положение. Первый круг. Вдох. Согнули ножки. Выдох. Наклон. Посмотрели вперед. Вдох. Отшагнули, отпрыгнули. Выдох. Вдох. Выдох. Правой ножкой шагнули, левая пятка в пол. Вдох. Выдох. Вниз. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой шагнули. Правая пятка в пол, вдох. Наблюдаем за ощущениями. Выдох. Выдох. Где наше внимание сейчас? Выдох. А где сейчас внимание? Внимание на дыхании, вдох. И на ощущениях. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Еще вытянулись. Выдох. Втянули. Посмотрели вперед, вдох. Опустились вниз, голова повисла, выдох. Согнули ножки, вдох. Ручки вверх. Выдох. И третий круг. Вдох. Ручки вверх, выдох. Наклон. Посмотрели вперед, вдох. Нижний упор, выдох. Четуранга дандасана. Вдох. Собака головой вверх. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Правая нога вперед. Вытянулись. Выдох.
нижний упор, выдох. Можно через нижний упор выдох сделать. Правая, левая нога вперед, вдох. Выдох, интенсивчик сегодня, да? Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз, выдох. И 5 дыханий, вдох. Выдох. Вдох. Втягиваем живот, выдох после выдоха. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Давайте на носочках поднимемся. На выдохе вправо опустили таз, выдох. На носочках поднялись, вдох. Влево таз, выдох. Вдох. Таз наверху, пятки вниз, выдох. Внимание, левая нога вверх. Вдох. Колено вперед пронесли, выдох. Пошли вариации, вдох. Потянулись вверх, выдох, опустились вниз. Здесь вдох. Выдох. Поднялись вверх, вдох. Захватили ножку слева, выдох. Натянули, вдох. Отпустили, выдох. Отшагнули, вдох. Выдох, втянули живот. Правая нога вверх, вдох. Потянулись, колено вперед вынесли, выдох. Вдох, вытянулись вперед. Выдох, легли. Расслабились, вдох. Выдох. Поднялись вверх, вдох. Захватили ножку с правой руки, выдох. Вдох, натянули. Выдох, хорошо. Отшагнули, вдох. Назад. Выдох. Перекатились через пальчики, вдох. Через пальчики обратно, выдох. Перекатились, вдох. Обратно. Выдох. Перекатились, круглая спина, вдох, скруглили. Положили колени вниз, выдох. Легли в позу ребенка, вдох. Расслабились, выдох. Поднялись вверх, вдох. Развели колени в стороны, выдох. Ушли вперед, вдох. Выдох. Дальше разъезжаемся коленями вперед, пошли, вдох. Переползли на живот, ножки соединены внизу желательно, выдох. Смотрим, как получается. Колени сильно в стороны, вдох. Выдох. Ладошки под плечи приподнялись. Как бы положение на, как в кошке, только колени давайте на локтях, таз у нас между коленями находится. То есть ни назад, ни вперед, позволяем коленям разъехаться. Вдох, выдох, хорошо, сели на пяточки, вдох. Выдох. Посмотрели назад, справа, вдох. Прямо выдох. Слева вдох. Прямо выдох. Соединяем колени в кошке. Вдох. Прогиб. Антипрогиб. Выдох.
Прогиб, еще один растягивающий элемент. Сейчас сделаем с обратной головой вниз, выдох. Правая нога вверх, вдох. Шагнули вперед, выдох. Как можно шире и ушли ножкой вперед, вдох. Хануманасана. Выдох. Еще отпустили напряжение, вдох. Смотрим, как это все происходит. Выдох. Собираем ножку, вдох. На место. Выдох. Левая вверх, вдох. Шагнули как можно шире, выдох. И ушли пяткой вперед, вдох. Выдох. Волну расслабления по телу, вдох. И на выдохе, особенно в растягивающиеся зоны, выдох. Хорошо. Собираем ножку, вдох. Выдох. Подшагиваем, вдох. Смотрим вперед. Опускаемся в наклон, выдох. Ножки сгибаем, ручки вверх, вдох. И в исходное положение выдох. Руки опускаем и осознаем позу, теперь уже статичную. Осознали вес, касание ступней, ощущение мышц в теле. Вот сделайте сейчас их такими в зоне вашего внимания, как чувствуют, как ощущаются мышцы, то есть телесные ощущения, и внимание на дыхание. Если нужно отдышаться, делаем глубокий вдох, длинный выдох, вдох, длинный выдох. Ножки широко, вдох. Садимся. Выдох. Плечами упираемся между коленей. Вдох. Выдох. Ищем, как можно здесь вытянуть спинку. Вдох. Расслабить живот. Выдох. Вот. Приподнимаем ножки, вдох. Ой, таз приподнимаем. Пробуем поставить ладошки сзади. Выдох. Вот таким образом. У кого встали ладони, остальные пробуем. У кого встали, поднимаем, ну, отрываем ступни, вдох. Делаем вдох. Выдох. Ставим обратно. Четыре точки опоры. Вдох. Возвращаемся. Выдох. И теперь ножки вместе. В бакасане. Вдох. Тоже делаем попытки. Выдох. Или несколько дыханий. Вдох. Выдох. Вдох. Садимся. Выдох. Колени в стороны, бабочку, руки сзади, вдох. Выдох. Левая рука на бедре, посмотрели. Правый вдох. Выдох. Посмотрели влево, поменяли руки, вдох. Выдох. Взяли за пальчики, вдох, посмотрели вверх. И попробовали выдох, выйти вперед. Ноги. Берем себя за пальчики ног. Вдох. Выпрямляем. Выдох. Отпускаем. Вдох. Выдох. Ниже ложимся на поясницу. Вдох. Выдох.
Пяточки вниз, потянулись вверх, вдох. Выдох. Ножки разъехались. Под таз, локтями упираемся, под таз захватили, вытянули поясницу и легли на очередном выдохе. Сделали три глубоких вдоха и выдоха. И с удовольствием полежали, почувствовали свое тело. Восстановили дыхание. Почувствуйте точки опоры, на чем мы лежим. Почувствуйте одежду, касание одежды. И касание открытых участков кожи, воздуха. И потом сделайте 6 дыханий произвольных, то есть наблюдаем за дыханием, как тело сделает, как тело вдохнет и выдохнет 6 раз. Как это происходит? Удерживаем внимание на дыхании. Хорошо, потихонечку можно садиться. Кто, у кого есть время, кто хочет, можно дальше полежать. А мы по традиции желаем, то есть вот это почувствуйте то, что сейчас образовалось, ну, то, что мы делали, оно высвобождает какую-то энергию, освобождает от блоков, просыпание такое происходит. Почувствуйте, насколько тело сейчас по-другому, ну, тело, сознание, как себя ум ведет, насколько он сильно ли блуждает, или вот можно так сейчас сконцентрироваться на мысли. Все чувствующие существа, представить как бы всех существ, ну, каким-то образом, как-то, как-то какой-то образ возникнет, и пожелать им счастья. Вот. А я вас благодарю. Спасибо за участие. Завтра будет новый день. Присоединяйтесь к нашим утренним кайфушечкам.